остановке площадь Пушкина уже почти готов новый остановочный павильон. Площадь сооружения 60 квадратных метров. Здесь предусмотрены две зоны – сама остановка, защищенная от ветра и осадков, и так называемая зона коммерческого назначения. Проще говоря, все затраты по возведению зеленой коробки на центральной площади города взял на себя инвестор, но при этом получил возможность размещения здесь, например, торговой точки или офиса. Остановочные павильоны все обременены дополнительными. Это установка камер, установка системы оповещения, планируется и умная установка, то есть совмещение со системой ГЛОНАСС с прибытием транспорта. И плюсом вот эксплуатируемый павильон, где должен располагаться в том числе и туалет, который будет доступен для жителей города. Цветовая гамма павильонов, которых, кстати, в ближайшее время в Иванове появится еще два, конечно, с внешним обликом городского центра не сочетается. Да и пешеходам места для маневров на тротуаре постройка оставляет критически мало. Но это издержки бесплатного сыра. Городу необходимы остановочные павильоны и необходимая безопасность и благоустройство города. То есть инвестор, кроме всего прочего, будет нести обязанность по уборке территории, да, по недопущению вот этой самой расклейки. Посмотрите, на другой стороне остановочные павильоны, они устанавливаются и практически сразу заклеиваются объявлениями. То есть это будет обязанность как раз хозяина этого павильона. Подобной схемой руководство города вполне довольно и уже имеется договоренность с инвестором о постройке в различных частях города в общей сложности 30 таких сооружений. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.